Еще одну команду, как вы думаете, откуда? Из Санкт-Петербурга. Я рад вам представить чемпиона мирового кубка Hookah Battle 2019. Человек хайп, человек разнос, человек эпатаж. Выступает этот парень сегодня от команды Ara Cubes. Дорогие друзья, я рад вам представить легенду зала славы Hookah Battle Даниил Володарский! Добро пожаловать на эту сцену! Это не шутки, не было взвод. Шаг налево, шаг направо, и тебе пивозу. Дети на заднем дворе играют пионерку. Головами тех, кто когда-то был молод и сон. Большой вопрос тут, выйдет ли из вас дом? Разуматься по сути не вызывают восторг. Я голодный, как вол, лучше причину восторг. Дикий запад превратился в дикий восторг. Я видел дурака, пора заботить же кровь не мигон. Многоладок по пищеводу, как Колорадо по каньону. Здесь как мой стреляют глазами в поисках лучших зон. После чего обрел и еду придейцам соседний поселок. Па-па-пау, это ваш клал хуй на ваше мнение, экей, большой выебон. Я пришел рофлить тут дохуя индейцев, блядь, да знаете, я вашу всю индейскую движуху, блядь, как бы крутил на одном месте. Окей, пацаны. Подержи, братан, у тебя получится. Давайте, ребята, вы приперлись на мою территорию. Батловая движуха, это, сука, моя территория, блядь. Окей, блядь, давайте поиграем по вашим правилам в русскую рулетку. Вас тут шестеро, патронов пять, и по идее я, блядь, выиграю. Да, хер с вами. Я тут подумал, все тут пытаются вас удивить, все пытаются показать, какие они классные. Смотрите, блядь, я тут делал кальян на тему динамита, ага. Нахуй! Отвечаю, ничего не нужно делать, я справлюсь и так. Это все? Я не совсем понял. That's all. Поаплодируем, это был Даниил Ларс! Ладно, ладно, шутим, еще не все. Окей, вы мне скажете, а при чем тут гильотина и Дикий Запад? Окей, кто из вас шарит за батлы, тот знает, что с этой гильотиной я ебал в рот Говоронского еще в Казани. Я показывал тем, что на мнение судей я клал большой и сочный, красивый такой мой. Смотрите, в чем идея? Вас тут хотят удивлять, веселить, хуй мне класть на это, в принципе. Я пришел показать, что мне не нужно с вами играться, чтобы показать, что руки мои растут не из задницы, вот серьезно. Здесь есть ребята из Зома, из Кобры, Харламов, я все время вас путаю. В общем, я всем даю вам охуенную пятюню от босса, от моего величества. Правда надо, ну ладно, не люблю хукаплейс, ну ладно. В чем идея? Пожалуйста, курите. Тут, блядь, было дохуя забивок интересных, гениальных. Мы все вас хотим удивить. Блядь, ребята, это, сука, Дикий Запад. Вы будете курить сатировскую апу, потому что, блядь, ну какой Дикий Запад без охуенного бухла? Вы будете курить кобровский вискарь, потому что, блядь, какой олд-фэшн вискарь, блядь, без Дикого Запада, сука. Подкупил продажный, ладно, да, блин. Там есть мое здоровье. Поддержим участие. Продолжаем. И капелька инферновского базилика. Нахера? Блядь, я люблю инферновский базилик, мне, сука, нравится. Вы мне скажете, это не вписывается в идею Дикого Запада. А я скажу, да я хуй клал на это, мне реально нравится инферновский базилик. Блять, мне, сука, просто нравится. И вы будете его курить, у вас выхода нету. Пригласите пятеро людей, которые по факту мои заложники. Я им скажу, кури, и ты куришь. Я скажу, Олежа, кури, и ты, блядь, смакуешь.
вы будете это курить. Вы тут до хера простите ковбои, а нам не идет больше. Вот смотри, это, блядь, вождь. Это, блядь, домашний палас какой-то. Я вышел с идеей о том, что вы тут все играете на мысли о том, что я покажу образ, я покажу крутизну. Да я вам хуй покажу, как бы, ребят, серьезно. Мне не нужно кому-то что-то доказывать. Я показал всем, что я хотел. Стасик, ну-ка, кто я там еще раз повторил? С наушками шепни, блядь. Легенда зала славы Кубка. А еще? Чемпион мирового кубка. Па-па-па, да кому мне что доказывать, серьезно? Я здесь по фану, я на всех этих батлах по фану, потому что я хочу видеть довольные лица. Я хочу видеть то, что пацаны кайфуют. Я не соревнуюсь. Здесь 9 команд, которые пытаются порвать друг другу жопы. Блять, я никого не пытаюсь порвать, я это уже сделал в марте. Я это делаю по кайфу. Я здесь, потому что мне весело, потому что я люблю эту индустрию. И знаете, ты поставишь мне последнее место. И ты. Нет, ты не поставишь, с тобой мы еще по мамкам решим. Вы мне все поставите последнее место, а я сяду такой, бля, что мне делать? Да мне хер кто знает то, что мне делать. Я здесь, потому что мне просто вся эта движуха нравится. Я не батлюсь ни с кем. Я не батлюсь вот всей этой движухой, я просто делаю дело. Я показываю, как, блядь, надо. Как относиться к индустрии, как радоваться индустрии, как выделяться в индустрии. Вот и все. Меня сейчас снимает куча народа. Меня снимает Владос около колена, классный чувак, Владос Салам. Чувак, с которым я бухал последних двое суток, просто потому что мне было по кайфу. Вот и все. Я здесь, потому что мне просто жуха нравится. 7 минут, блядь, я с бывшей даже укладывался в меньше. Ложиться в 7 минут мне не проблема. Хотите, судите, хотите, ставьте последние места. Блядь, да хоть раком ставьте мне, в принципе, похер. О, кстати, чуть не забыл. Пускай хоть ненадолго мой рост будет занят. Ну ладно, раз уж я вождь теперь, слушайте мой указ. Сожгите его. Он хорош! Лучше! Ребят, серьезно. Ну хорошо. У вас есть право судить, как вы хотите, по вкусу, по качеству. Оставь себе, я добрый. Дай глотнуть, а я тебе как бы не разрешал. Смотрите, меня носят на руках эти чертовы организаторы. Я же издал указ, правильно? Все, его унесли на костер. Меня унесли на руках организаторы, потому что, блядь, это просто уважение. Да делайте, что хотите. Я приду пламенный салат всем, кто за меня болеет. А кто не болеет, я кладу вам на воротник, потому что мне просто класть на ваше мнение. Я по фану. Я MC, зови меня похуй, хуй ты нахуй. Я здесь просто кладу на ваше мнение. И я вернусь из раза в раз. Я не знаю большинство из вас. Я впервые вижу денежки, я впервые вижу. Я не скажу, как прозвучал это из Кобры. Зома, да. Андрю, ты дашь сказать или нет? Никому не дам сказать. Ну дай сказать, камон, ну. Ну 5 секунд. И пацаны, я не чисто потому, что, блядь, вот он угорает, наверное. Ему классно. Чувак из дома вообще не вдупляет, что здесь происходит, блядь, дайте ему переводчика. Серьезно. 5 секунд. Я здесь про то. Я здесь про всю идею, про то, что здесь не надо соревноваться. Здесь делай по кайфу. Делай любовь к этой индустрии, она тебя оплатит. Оплатит улыбка, оплатит бабос, оплатит тем, что ты в очередной раз натянешь на себя медальку. Всем, я всем говорю, ребята, да не хватит с вами соревноваться. Знаю половину из этих ребят, и половине я из них помогал в свое время. Я ни с кем не борюсь, я за движение индустрии. Так что, ребят, сейчас плавно началось выступление Антохи МС, если кто не заметил. Не путать с Геворонским, простите, еще не люблю. В общем, дадим слово ребятам, пускай. На самом деле, выход круть, энергетика круть. Я вообще обожаю, когда чувак себе дико уверен. Но, бля, если ты делаешь вот так, ты должен делать так, чтобы вообще не оставалось шанса. Я понимаю, что это твой образ, он дико крутой. Но вот здесь, на выходе, должно быть круче всех. Но так, чтобы мы такие сидели и такие, окей, чувак, не оставил шанс. Но сегодня слабенько. А так я понимаю, что тебе хуй класть, на мое мнение.
Ну, как и много твое. Так, Милочка, шляпу верни, во-первых, пожалуйста. И, ну, как бы, у меня на самом деле был к тебе один вопрос. Часто ли тебе бьют ебальники, но я решил, что лучше ты не будешь. Ты посмотри, ебальник, он плоский, блядь. А теперь давай, ты помолчишь и поговорю я. Идиотизм весь в том, что, как бы, ты пришел нас сюда не удивлять, но ты меня удивил. Потому что, блядь, я лично вручал тебе приз за победу на Кука Клаб Шоу. За... Да-да-да, ты, наверное, этого не помнишь, но ты его хуя выиграл, показал класс. И, блядь, ты меня удивил тем, что чемпион Кука Батла мира вынес кальян, который, когда я его курил, он, блядь, горел. Ну, вот как бы это то, что сказал Вова. Если ты заходишь как дико крутой чувак, делай круто, а не то, как делаешь ты. Ну, блядь. Ну, да, добавь, не знаю, себе группу поддержки, блядь, громкую музыку там, ну, круто сделай. А так, в целом, запал крутой. Прям я вот, прям, я думаю, ты видел мою первую эмоцию, круть было. Но не довытянул. Ну вот и Нил, опять критика. Олег, тебя надо было первым выпускать, точно. Все, спасибо. Ну что ж, друзья, это была легенда зала славы Кука Батл, чемпион 2019 года Кубок мира. Даниил Ладарский покидает эту сцену. Ну а слушайте, как минимум стоит поаплодировать парню, он как минимум хоть немного оживил нас всех. Спасибо тебе за это, как минимум. Итак, ребятки, у нас осталось всего лишь две команды. На сегодня мы скоро заканчиваем. Да, кальян надо забрать. Итак, друзья, у нас готовится команда под номером 9. И это Мия Хука. Ребята, вы готовы? Ну что ж, друзья, у нас очередная команда из... Как вы думаете, какого города? Санкт-Петербурга. Питерская гвардия сегодня у нас зажигает 90% команды Санкт-Петербурга. Я рад пригласить на эту сцену Байрама Алиева, Мия Хука. Oh, we! Our! Jump the beast, I'll jump the beast, I'll make that.